Всем привет, с вами Том, и в сегодняшнем видео я хотела бы показать вам плюшевую принцессу Cadence от фирмы TY. Мне ее на обзор предоставил интернет-магазин spony.ru, ссылочка на них есть в описании. Они как раз таки специализируются на игрушках My Little Pony. Пару месяцев назад я уже писала в группе ВКонтакте и на канале, что у них в продаже появились вот эти очаровательные плюшевые принцессы от TY. Там вышли Луняша, Селестия и Cadence. Фотографии я вам вставлю. Самая классная, на мой взгляд, там, конечно же, Луняша. Она очень аккуратно и идентично получилось у этой фирмы, но мне больше нравится Cadence, поэтому я попросила, чтобы мне прислали Cadence, чтобы я смогла снять про них ролик для вас, чтобы вы посмотрели на этих няшек в действии, так сказать. В общем, Cadence у нас достаточно крупная лошадка. Если быть точнее, больше 20 сантиметров, 21-22, смотря учитывать корону или нет, рог так и быть считать уже не будем, это чуть крупнее, чем вот такие вот маленькие плюшевые тоже от TY поняшки, которые у нас достаточно давно продаются в России, и в принципе, вот как принцесса и обычная пони, они смотрятся очень так хорошо друг к другу, поэтому если вы уже покупали таких вот средних плюшевых TY-овских пони, то мне кажется, на полочке будет просто классно смотреться. Давайте посмотрим Cadence поближе, она у нас из розового плюша сделана. На копытнике у нее пристрочены прямо к телу из другой ткани. Нагрудничек у нас съемный такой вот переливающейся ткани. Из такой же ткани, кстати, сделаны и крылышки. Нагрудник, если что, можно, наверное, даже расшить и снять, если вам он не очень нравится, но мне нравится. Вот. И крылышки у нас тоже из такой же тканьки. Переливашка немножко похрустывает. Она у нас сшита с двух сторон, немножко такие пухленькие. У остальных принцесс они такие же, только другой формы. И крепятся они к спинке, соответственно. Меточка у поняшки с одной стороны, машинная вышивка. Ну, вроде достаточно канонично. Так, сзади туфельки тоже на месте есть. Бирочка. Дальше у нас глазки, тоже машинная вышивка. Тоже достаточно канонично. Вот у Селестии чуть меньше глаза, чем надо. У Луняши и у Cadence хорошие глазки. Мордашка тоже с вышивкой. Рог из такой же тоже каньки, как у нас и крылышки. Причем на промо-фото он какой-то был более яркий. Здесь вот менее яркий. Ну, такой, как надо, да? То есть фотографии, наверное, стоит сравнивать из нескольких источников. Потому что там какие-то у TY были странные промки. На этот раз давайте срежем бирочку. Вот, и теперь можем посмотреть ушки. Ушки здесь достаточно такие аккуратненькие и небольшие. Корона у нас сразу вшита тоже в голову, если это можно так сказать. Тоже из этой вот блестящей ткани. И, значит, гриву я Cadence немножко переделала, потому что у нее нет в оригинале здесь челочки, то есть просто идет вшивка вот вдоль, да, назад вся. Ей вот немножко отделила здесь два локона и сделала заколочку, такую вот челочку. Мне кажется, так она смотрится более миловидно. Заколочка. Солнышко, да. В общем, и заднюю часть оставила сюда. Хвост у нее тоже очень пушистый, большой, наверное, так же, как и грива по пушистости, тоже с тремя оттенками каниколона. Каниколон, кстати, мне достаточно сильно понравился, как и вот у этой флати, например, у TY, достаточно он такой гладенький и реально приятный на ощупь. Иногда бывают поняшки в магазине, там, допустим, если стоят, они спутанные немножко, да, но если их просто аккуратно расчесать, он просто очень классный, гладенький, прям струится каниколон. Вот. Реально, если вы видите это на видео, то он приятный, да? Вот единственное, что его надо, конечно, причесывать иногда, и он с блесточками идет. С некоторым числом. У принцесс, по-моему, у всех трех блестки в гривах есть. Но он мне нравится, честно. Даже по фотографии мне думаю, что мне каниколон вообще понравится. Прикольный. Достаточно мягкий и аккуратный. В общем, если сильно не мочалить, мне кажется, он достаточно долго может сохранять свою форму. В общем, да, если не совсем маленькому ребенку брать, то, мне кажется, хорошая лошадка. Вполне себе рог. Кстати, да, не отметила, что он еще прострочен по спиральке. Вот, очень миловидная понька. Я отдельно хочу отметить выкройку шеи. Здесь она достаточно изящная. Есть вот эта выемка, смотрится все более-менее грациозно. Но с другой стороны, шея не тонкая. Возможно, помните, я как-то снимала видео о других пони от нашей какой-то отечественной фирмы. Там тоже были каниколоновые принцессы. Но там была очень тонкая длинная шея. И головы у поняшек просто не держались. Они падали вот так вот на бок, заваливались. Здесь такого нет. Поняшка, хотя достаточно страняшка такая, но стоит сама замечательно. Ничего никуда не заваливается и смотрит. Смотрится она хорошо. Еще раз напоминаю, что поняшка на обзор была предоставлена интернет-магазином spony.ru, ссылочка на них есть в описании. А ролик, я надеюсь, был вам интересен и полезен. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вами была Тома, пока!